Экспортеры, да? Да. Очень хорошо. Сейчас вам делается заявление, этот человек ударил в лицо, вот этот молодой человек, Ишин, член общественного совета города Вологды. Он ударил сейчас в лицо. Прошу принять меры, задержать данного человека. Только что ударил корреспондента в лицо, господин Ишин, член общественного совета города. Скорую нужно? Я думаю, да. Скорую нужно? Звезда, звезда, 112. Машина для задержанного. Не надо конечно. Да. Мужчины, повреждения. Вот это член общественного совета. Ну, лицо города. Что сказать? Глава города людям угрожает людей вынести, да? Из кабинета. Ногами вперед. А член общественного совета, представляющий этот город, замечательным образом бьет людей, корреспондентов по лицу. Молодец. Давайте не будем. Вы что, провоцируете? Да. Стоп, я каким образом провоцирую-то? Обсуждать. Давайте мы сделаем так. Мы сейчас, нам нужны свидетели, нам нужны потерпевшие, мы пообщаемся просто с мотоскорой помощи, лицо, которое подозревался в совершении данного деяния. То есть мы сейчас поедем в отдел, возьмем объяснение, ну а потом уже все комментарии. Хорошо. Просто, хорошо. Чтобы нас не разжигать атмосферу. Хорошо. Хорошо. Вы присядьте, пожалуйста. Чтобы... Примите меры к задержанию, соответственно, нет, все, данного лица. Мы уже все. Сейчас все. Машинка подъедет и поедем. Все. Присядьте на скамейку, чтобы не провоцировать, чтобы не было. Сейчас скоро подъедет, спите.